Аллергия стала одним из основных заболеваний, которым страдает человечество. Причин очень много, начиная от экологии и питания и заканчивая различными генетическими предрасположенностями. Начало лета – это период, когда уже отцвели ранее цветущие деревья и уже зацветают основные злаковые травы – ежа, овсяница, тимофеевка, которые и вызывают аллергические симптомы, вплоть до бронхиальной астмы. Можно ли раньше узнать возбудителя триггера аллергического заболевания и подобрать правильную терапию? Это можно сделать, посетив школу здоровья. Алла Динаева подробнее. Любое заболевание легче профилактировать, и поэтому основной целью врачи ставят просветительскую работу населения. Мы регулярно проводим различные школы здоровья. Аллергошкола, школа астматика, школа атопического дерматита, школа диабета и так далее, где в течение нескольких часов мы с коллегами в формате презентации отвечаем на все вопросы. Вход абсолютно свободный, часто приходят уже на последующие школы с друзьями, с коллегами, с членами семей. Вот, они проходят в таком у нас дружественном формате. На этот раз для проведения школы здоровья пригласили доктора Ольгу Жоголеву из Санкт-Петербурга, главного аллерголога СКФО Ольгу Уханову, а также врачей из различных регионов. Об аллерген специфической иммунотерапии, которая основана на том, что наша иммунная система, оказывается, способна привыкать к аллергенам и перестает с ними сражаться, подробно рассказала Ольга Александровна. Пока ученые не смогли вычислить, а кто эти люди, почему у кого-то проходит, у кого-то нет. Есть разные версии – генетика, микрофлора, характер питания, изначально какие-то особенности того, как эта аллергия сформировалась. Вот. Но, тем не менее, мы знаем, что иммунная система это умеет. И вот оказалось, что мы можем сымитировать такой контакт с аллергеном, при котором у большинства людей запустятся вот эти процессы прохождения аллергии, развития толерантности, говоря медицинским языком. Увы, это неизлечивающая терапия, но способ усыпить аллергию надолго, увести ее в ремиссию или максимально уменьшить симптомы и повысить качество жизни, говорили выступающие. Привлечение людей, которые владеют информацией, несут ее в наш регион, это очень-очень большое дело. Надеемся такие мероприятия проводить хотя бы один раз в полгода и придавать им огласку, чтобы был больше масштаб, чтобы как можно больше людей могли в таких мероприятиях поучаствовать. Абсолютно без оплаты, да, абсолютно из лучших побуждений, скажем так, да, и чтобы у людей была возможность в присутствии аллергологов всего, в принципе, там, Северокавказского округа, да, и близлежащих регионов, задавать вопросы их интересующие и собирать информацию для себя. Алла Динаева, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия.